Полное описание и точная дата выхода 7 и 8 серии нового сериала «Джульбарс». 7 и 8 серии сериала выйдут на Первом канале 5 мая. 7 серия. Кира и Поляков попадают в плен. Их допрашивают немцы. Лиза и Джульбарс пытаются найти деревню или город. Лиза чуть не погибает в лесу. Верный Джульбарс спасает девочку. Глаша, добравшись на эшелоне до ближайшего города с советскими войсками, идет в комендатуру и рассказывает о погранотряде, документах и Лизе. Командование принимает решение выслать помощь. В это время отряд вновь натыкается на немецкую засаду. Оставшись прикрывать отход товарищей, погибает Егорыч со своим герцем. Однако фашисты все равно настигают пограничников. 8 серия. Спецотряд совсем чуть-чуть опоздал. Поле боя усеяно телами красноармейцев. В живых осталось считанное число пограничников, среди которых тяжело раненый Шевцов и Яша. Полякова и Киру отвозят в город, где Поляков занимал пост секретаря горкома. В его квартире Кира пытается прийти в себя после ранения и потери дочери. Повозку с Лизой перехватывает колонна советских войск. Пока Шевцов лежит в больнице, Поляков, дабы устранить соперника, сваливает на того вину за потерю архива и попадание в окружение. Во время ночевки в подвале Лиза попадает в облаву на беспризорников. Девочку хотят отправить в детский приемник-распределитель. Напомним, 7 и 8 серии сериала выйдут на Первом канале 5 мая. Нравятся российские сериалы? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.